Всем привет! 2 февраля я пошла в Журавушку, наш центр пожилых людей, понесла денежку. Мы едем на очередной спектакль 8 февраля. На розах лезут почки, лезут гиацинты. Тише! Как синенькие цветочки, забываю все время, как они, не гиацинты. Вылезли подснежники. Бася. Такое весеннее, погода весенняя-весенняя, но это ненадолго. Обещают первую декаду февраля очень холодную. Ждем, чтобы снег выпал. Потому что идут морозы. Аж до 10 градусов минус будет мороз. До этого в начале января было минус 8. Максимально низкая температура в этом году. Один день было минус 8. А так в районе нуля. Плюс-минус 2 градуса. А, ну, не считая того, что 19 января на крещение было плюс 18. Но ожидается как бы резкое похолодание. Зима в этом году, конечно, аномально теплая. Но еще, думаю, в марте нас погода удивит, и в апреле. Так что сильно не обольщаемся. Иду в центр. Что у нас тут новенького? Посмотрим, что вам рассказать про Марьяновку. Выхожу на улицу редко, поэтому редко и снимаю. Что-то шумит, стучит. Снимаю редко, потому что на улице не бываю. Здравствуйте. О, что-то мужики делают, работают. Что-то связано с системой водоотведения. Назовем это так. Рынок работает, на обратном пути мне нужно купить картошки. Покажу вам кусочек Марьяновки, раз выбралась на улицу бабушка Галя. Вот, парни вышли из Валбериса. Валберис у нас открыли. Очень классная штука, я начала этим пользоваться, освоила. Сейчас запланировала выписать носочки. Так, лампочки выписывала, которые не могла найти в продаже. Выписывала ткань, плащевую, там еще другую. Сшила Ване спортивные штаны. Куртку сшила, он уже носит это. Короче, зимой, когда делать нечего, рукоделие спасает очень. Так, шагаю. Трясется, наверное, телефон. Ну ладно, простите меня за качество съемки. Вот такая зеленая трава. Здравствуйте. Вот так вот у нас мусор выкидывается красиво. Это наша администрация. Там школа. Туда пошла улица. Там фельдшерско-акушерский пункт, детский садик. Вот церковь, за церковью общежитие. Вот самый наш центр. Это здание старой бани, за баней котельная, сельская, многоэтажки отапливает и все остальное, ну, эти, школу, администрацию. Баня в свое время была знаменита, я уже не в одном видео про нее рассказывала. Была очень крутая баня, в которую ездили даже с соседних деревень.
было все очень дорого-богато. В городе Зеленогорске, где, откуда я приехала, тоже очень крутая баня, но она, правда, до сих пор функционирует. И это бы функционировало, если бы не отдали Крым в рукожопые руки, извините меня за выражение, которые сейчас орут: Крым наш растащили, разворовали, разграбили, разгромили, ничего не построили, Крым наш. Ага, сейчас. Благожелатели, которые пишут мне тут что-то про Крым, рты позакрывайте. Я всем говорю: Крым крымский. Ну вот, эту баню, похоже, восстанавливать не будут, но здание продано, говорят, под какой-то маркет. Ну, в идеале было бы здесь сделать строительный супермаркет. Как супер, можно назвать супер. Ну, не знаю, может, здание подлежит сносу. Может, оно в аварийном состоянии, не знаю. А вот здание нашего центра Журавушка. Здесь раньше была музыкальная школа. При славной Украине все это, конечно, позакрывалось за ненадобностью. А сейчас здесь центр пожилых людей. Ну, я думаю, и инвалидов, конечно. Очень дружно в этом центре живут. Женщины собираются все время. Сейчас я зайду, снимать не буду, потому что заходишь, нужно разуться. Везде ковры. У каждого свои тапочки тут хранятся. Берешь свои тапочки и в тапочках ходишь там. Вот такой пандус. Вот даже капелька брошена, поливается летом. Цветочки поливаются. Забор в цветочках. И вот это так выглядит. Вот так. Ну вот и все. Посмотрю. Если девчонки разрешат, сниму внутри. Вышла я из Журавушки. Разрешили мне снимать. Отдельное вложу видео. Смотрите после этого. Какая у нас классная Журавушка. Заодно и подстриглась. Показывать себя не буду. Как-нибудь потом. Пока не буду шокировать народ. Ну вот. Иду домой. Ой, сколько лет этим плитам? Вечные. Вот такая зеленая трава у нас. В этом доме живет мой сосед Саша, про которого я часто снимаю видосы. На этом и заканчиваю. Показала вам центральный Крым 2 февраля. Всем пока-пока!